Это настоящая книга Майя. Смотри, здесь миф о сотворении мира. Это первый отец. Он самый первый человек. Мертвый? Он принес себя в жертву ради мира. А это древо жизни, растущее из его живота. Слушай, его тело стало корнями дерева. Они разрослись и образовали землю. Его душа, став ветвями, поднялась вверх, образуя небо. Осталась только голова первого отца. Она высоко в небесах. Это и есть Шибальба. Шибальба? Звезда? Нет, туман. Что думаешь? О чем? Об этом. Смерть, как акт творения.